Снежная ночь. На старте рабочей недели погода преподнесла ивановцам поистине зимний сюрприз. За порогом горожан встретили 30-сантиметровые сугробы. За ночь выпала четверть месячной нормы осадков. Весь груз ответственности за уборку улиц и тротуаров лег на плечи коммунальных служб. Задача стоит одновременно и снег убрать, и обработать проезжую часть противогололедными материалами, потому что в противном случае будет наледь, скольжение. Это опасно для движения. Сейчас у нас вся техника, которая есть на лече и привлеченная со стороны, вся работает на дорогах на очистке снега. Последствия непогоды на улицах областного центра одновременно устраняют 30 машин спецтехники. Чтобы не допустить транспортного коллапса, проезжую часть чистят с глубокой ночи. Водители грейдеров признаются, что на устаревшей технике убрать такой объем снега непросто. Машин стало много, машины дорогие. Приходится где бы за один раз пройти, приходится 3-4 раз проходить. Ширина такая, сами понимаете. Морозное одеяло укутало не только автодороги, но и придомовые территории. Там, где тяжелые артиллерии не развернутся, по старинке трудятся дворники с лопатами. Благодаря их работе ивановцы без проблем выбрались из заваленных снегом подъездов. Много снега, тяжело, но все равно все вышли, все работают, вне зависимости от погоды, от снега. Стараемся убирать вовремя, чтобы чисто было, красиво. У нас чистят. Очень хорошо. Меня не пугает. Снег. Вы в любую погоду? В любую. Я с собакой гуляю сначала, потом уже остальное. Вот. Так, что тут страшного? Меня не пугает это. Замечательно. Вот сугробы по колено. Где-то почищено, где-то нет. Так, весит, зато хоть снег выпал. Как вам сегодня с коляской из дома вышли? Тяжело. Ну, основные дорожки, конечно, вот на Садовой почищены, но так, чтобы с улицы у нас на улицу перейти, это проблемно. Гигантских пробок на центральных улицах нет. Особенно скользкие участки оперативно обрабатывают песко-соляной смесью. Громогласных жалоб в адрес комитета по благоустройству не поступило и от горожан. А это значит, что пока коммунальные службы, вопреки стереотипу, достойно держат удар перед стихией. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.